Посмотреть территорию, пройтись по квартирам, прикинуть планировку и ремонт. Для нынешних и будущих пайщиков кооператива «Радость» стройка распахнула двери. Желающие прогуляться по заветным квадратным метрам буквально выстраивались в очередь. Вы посмотрите, как здесь здорово, посмотрите, как это круто, грандиозно вообще, строение потрясающее. И само здание, и то место, где это расположено, это, по-моему, идеальное место для жизни, для того, чтобы, находясь в городе, иметь возможность немножко дистанцироваться, отдохнуть, посмотреть, чтобы глаз отдыхал. Заливка дома практически закончена, и строители приступили к новому этапу – установке перегородочных блоков внутри квартир. Жилье здесь строится высокого класса, но по очень вкусной цене. Для многих это был главный фактор при выборе. Ну, в первую очередь, это цена. Дело в том, что в последнее время цены на недвижимость во Владивостоке сильно возросли, а в ЖСК «Радость» цена в два раза ниже, чем в среднем по рынку. Участники специальной военной операции относительно недавно, благодаря указу президента России, получили право стать пайщиками кооператива «Радость». Изначально он создавался для учителей, врачей и других работников именно бюджетной сферы. Приехала, посмотрела все своими глазами, убедилась, что все хорошо, строительство продвигается быстро, качественно. Также надеемся, что сделаем ремонт от застройщика. И все у нас получится, заедем уже в новую квартиру, долгожданную, так скажем. А стройка идет точно по графику. Первых жильцов новый микрорайон встретят уже в следующем году. И еще через год срок сдачи второго и третьего домов. Полным ходом идет проектирование садика, спортивных и детских площадок и обязательно парковок. За качество можно точно не переживать, потому что у нас помимо стройконтроля строительной компании, кто строит, есть еще независимый стройконтроль у ЖСК «Радости», инструй СК компания ведет. И каждый этап строительства проходит за двумя подписями двух различных стройконтролей. Строители уже закупили лифты, два пассажирских плюс грузовой японской фирмы «Саньё». Бесшумные, плавные в движении и в целом очень приятные в эксплуатации. Скоро должны прибыть. Сейчас прокладываются инженерные сети и устанавливаются окна. Оконные проемы. Смотрите, один из важных моментов – оконные проемы. Закладываться не будут. Такие окна и будут стоять. Решается вопрос о дорогах. Нынешняя, от дома номер 22 на улице Сабанеева, будет значительно расширена. И еще две трассы планируют проложить к улице Василковой и на Патрокловскую автомагистраль. И ЖК «Радость» на самом деле вот здесь отличается в очень положительном ключе, потому что мы видим, какая огромная территория предусмотрена под благоустройство и сквера, и стадиона, и детской площадки, и парковки. И это, конечно, огромное преимущество, которое отличает его, наверное, даже от многих других проектов. А после экскурсии и ответов на разные, но важные вопросы, всех гостей ждал казан вкусного плова и сладкие угощения. Открыть двери нынешним и будущим пайщикам кооперативу «Радость» удалось гостеприимно и по-настоящему масштабно.